Лыжный сезон закрыт. В минувшие выходные спортсмены приняли участие в марафоне «Печорская весна». Соревнования на призы двукратного олимпийского чемпиона Николая Бажукова стали традиционными. Они проходят в Печоре уже 13-й раз. В этом году в состязаниях приняли участие свыше 100 спортсменов из Печоры, Сыктывкара, Воркуты, Нигуни, Усинска, Ухты и Архангельской области. Данное мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления дружеских связей среди лыжников республики, приобщения население молодого к спорту. Лыжники прошли дистанции от 5 до 30 километров. В своих возрастных категориях победителями стали Павел Зиняк, Вячеслав Перек, Дарья Алексеева, Ульяна Серебрякова, Максим Зиняк, Ольга Том и Наталья Фатеева. Было непросто, но я пытался изо всех сил, как мог. Сегодня погода какая-то не очень, и много льда, и очень сильно скользит. Но я видел, много попадали. Там некоторые кто-то сбился с пути, не туда поехал. Важно, что представители старшего поколения не отстают от молодежи. Они активно принимают участие в лыжном марафоне. Так, в возрастной категории 60 лет и старше победу одержали Николай Лукчинский и Анита Герасимовская. Мы проводим эти соревнования в конец сезона, когда уже как бы вкатывание все закончилось. Значит, мы проводим эти соревнования как бы итог лыжного сезона в Республике Коми. Во время соревнований участники и гости смогли немного подкрепиться. В парке дежурила полевая кухня. Сегодня мы приготовили очень вкусный обед. То есть завтрак у нас сейчас, завтрак для спортсменов. Гречка у нас с тушенкой и чай горячий, чтобы не замерзли там. Покушали, все равно силы свои восстановили. Абсолютными победителями лыжного марафона «Печорская весна» в этом году стали два спортсмена – Максим Зиняк и Ульяна Серебрякова. За волю к победе также был награжден бессменный участник печорских лыжных состязаний Николай Купцов из поселка Озерный.